Меня зовут Алена Буждит, я из Украины, город Бровары. Хочу представить вам свою работу, которая называется «Глубина». Вода вызывает у меня ассоциации с умиротворением и покоем. Глубина таит в себе что-то манящее, неведомое, возможно, немного пугающее. Это какая-то тайна. Девушка, опустившая ноги в воду, символизирует спокойствие, но в то же время тревогу. Ей тепло и спокойно. Это такой ленивый летний день, когда не нужно спешить, а пальцы ее ног уже чувствуют приятную прохладу. Ей овладевают сомнения. Это тревога перед неизвестностью. Насекомые на поверхности воды – это суета. Они выполнены схематично. Они отвлекают ее внимание, отвлекают от чего-то большего, того, что там в глубине. Иногда достаточно сделать всего лишь шаг, и все изменится. Ну а пока вот этот момент, момент неспешных сомнений и раздумий, момент спокойствия и тревоги, момент, когда время остановилось.